университете можно многое сказать, потому что довольно-таки большая история есть у этого университета, и она берет свое начало с 1996 года, когда в богословский факультет Царицынского православного университета отделил отдельно от своего факультета и стал существовать отдельно факультет церковного пения и православной педагогики. Это вот немаловажно, что именно педагогика православная, которой мы уделяем большое очень внимание. И в нашем университете церковно-певческом мы готовим певчих и регентов для Русской Православной Церкви. В настоящий момент мы проводим набор учащихся на следующий учебный год. Сейчас у нас происходит реорганизация нашего университета, и сам университет преобразовывается в семинарию. А на базе нашего Царицынского православного университета с нашей большой историей и традициями мы открываем новые учебные заведения, вернее, открыли учебное заведение, которое имеет название Царицынский православный колледж. Мы его открываем для того, чтобы базовое образование среднее, которое, я считаю, является основным перед университетским образованием, было очень крепким. И чтобы выпускники, которые шли уже потом, обучаясь высшему образованию, не только церковному, но и светскому педагогическому. Почему так именно разговор ведется? Потому что мы имеем государственную лицензию на ведение образовательной деятельности, и учащиеся, закончившие наш православный колледж, могут идти работать и в государственные учебные заведения светские. Учителей музыки и дополнительную специальность, которую мы им даем, это певчий и регент церковного хора. Я уже сказал, что педагогической направленности мы уделяем очень большое внимание, и поэтому желающие работать педагогами и в воскресных школах, и в светских учебных заведениях, а также в дошкольных учебных заведениях могут приходить к нам и получать это образование.
так как мы имеем большой опыт преподавания в высшем учебном заведении, средние учебные заведения у нас пользуются традициями и наработками нашего православного университета. Здесь у нас остается база преподавательская, та, которая будет университетская и колледжевая одновременно. Поэтому уровень преподавания остается высокий. Что именно он может непрерывное звучание дать, в отличие от ансамбля. Пробуйте еще разочек. Переходит в новое образовательное пространство. Результатом нашей работы являются вот наши экзамены выпускные, квалификационные, в которых мы даем академический концерт открытый, на который мы каждый год приглашаем зрителей наших. Это и все наши преподаватели, и люди, которые работают тоже в музыкальной сфере, это преподаватели музыки, это хормейстеры все, которые собираются, городские наши все. И мы очень рады их видеть всегда на нашем академическом концерте. Вот только что, буквально вчера, у нас прошел этот концерт академический. У нас было в этом году 5 выпускников. Я сейчас говорю про университет Царицынский православный. Но хор уже сводный наш, смешанный, в нем также принимает участие и курс, набранный на обучение в Царицынском православном колледже. Эти учащиеся уже поддерживают наш хоровой коллектив. И думаю, впоследствии мы будем принимать большее количество учащихся. Лицензию мы получили только год назад, и первый год вот существует наше учебное заведение, которое мы планируем развивать и по мере возможности открывать другие факультеты. Факультет это университетский, у нас это в колледже это будут отделения. Но это уже по мере возможностей, потому что самая главная наша проблема в том, что мы являемся некоммерческой, негосударственной структурой, в которой епархия является нашим учредителем, и мы очень-очень нуждаемся в людях, те, которые не только сочувствуют нам и любят церковное пение, и вообще пение, а те, которые думают о будущем России, о том, что наши традиции российские нельзя терять. Всегда славилась Россия пением не только церковным, но и светские большие у нас хоры были. Примеров тому очень большое количество. Это хор Минина, это и Свешниковский хор. Это и традиции наши дореволюционные пения, которые до сих пор гремят, и о них вспоминает вся Европа, что лучше синодального хора они никогда не слышали в жизни ничего. Отпущаешь и пробудь волей Божьей.
Ныне отпущаешь ли раба твоего воды моего? Почисти. Мы знаем, как это сделать. Нам сейчас очень необходимо, чтобы у нас был, как я это называю, материал. Нельзя, конечно, так говорить о живых людях и студентах, которые к нам приходят. Но это все-таки, в принципе, действительно так. Мы начинаем с ними работать, как с теми, которые еще ничего не могут сделать в начале обучения. И потом на глазах они у нас растут и становятся полноценными исполнителями, полноценными участниками того великого дела, которое мы все с вами хотим возродить в нашей России. Но еще и самое главное, что нам нужно сейчас больше всего, чтобы были подготовлены педагоги православные. А православный педагог – это не фанатик, человек, который знает только церковные каноны и очень узко мыслит. Нет, это человек очень широких возможностей, очень масштабно мыслящий. Это человек, который пользуется интеллектуальными своими всеми возможностями. И по возможности, чтобы это были уже музыкально воспитанные дети, закончившие музыкальную школу. Это немаловажный вопрос в возможности его профессионального роста этого человека. Вот. И, конечно, хотелось бы сказать, что мы реализуем еще не только это направление, мы готовим для себя учащихся, которые учатся на дополнительных программах, которые мы также реализуем. У нас есть студия любителей церковного пения, для которой мы специально разработали программу. Вот она есть одногодичная и двухгодичная. Двухгодичная – это для тех, которые не знакомы с церковным пением и даже не знакомы с музыкальной грамотой. Это те люди, которые хотят учиться. Конечно, 2 года – это не совсем большой срок, но за 2 года самые продвинутые и способные, они даже могут претендовать на то, чтобы поступать к нам в наш православный колледж. Еще одна проблема в том, что мы можем реализовать обучение, так скажем, очное, и да, пока только очное у нас обучение, планируем о заочном, мы ведем разговоры, но пока только очное. Но самое главное, хотела сказать о том, что на бюджетной основе мы можем взять только лишь всего 5 учащихся. Об этом хочется сказать,
что обучение именно вот не только церковное, но вообще музыкальное образование, и музыкальное образование вот певческое, оно является одним из самых дорогих. Нам приходится, конечно, терпеть некоторые лишения, искать благодетелей, людей, которые понимают в том, что без образования, и именно вот направленного образования, педагогического, церковного, которое вкупе у нас работает в нашем колледже, построить крепкую Россию, та, которая в конце концов, наверное, должна запеть, как раньше, нам будет очень тяжело. Мы надеемся на то, что мы можем открывать и другие социальные проекты в нашем колледже. Но вот сейчас пока реализуем одно направление, это по лицензированию, по стандарту, по лицензии, это учитель музыки и по дополнительному нашему образованию, церковный певчий и регент церковного хора. Ну вот такая информация. Конечно, хотелось бы, чтобы приняли к сведению все интересующиеся. Обучение интересное у нас. Мы в свое время добивались хороших успехов. Сейчас в процессе реорганизации, тогда, когда университетская программа заканчивает существование в связи с некоторыми вопросами о переходе на семинарское обучение, и мы имеем в этом случае небольшое преимущество, что сейчас уже открыто наше учебное заведение, семинарии планируется открыться через некоторое время, а мы сейчас уже второй год будем набирать студентов, учащихся в Царицынский православный колледж. И наши традиции говорят о том, что есть достижения, есть участие в международных конкурсах. Мы лауреаты первой премии за рубежом выступали, были приглашены на фестиваль «Достойно есть» в Болгарии, где достаточно хорошо выступили. Мы были отмечены за авторские произведения. Имеем эти наградные документы, дипломы. Вот. Также были в поездках в Германию дважды с нашим хором, где тоже мы успешно исполняли концерты и принимали участие в концертной деятельности по обмену с молодежью из Германии. Они к нам приезжали, молодежное объединение, и с германским в Берлине Целлендорф, это центральное в Берлине объединение христианское, мы с ними дружим, имеем общение до сих пор, и вот мы к ним дважды тоже ездили с нашими концертами. Ну, что бы можно еще было сказать, есть, конечно, очень много информации, которую бы хотелось передать, но в этом случае, я думаю, что самым главным для нас сейчас, опять же, приоритетом является набор учащихся в наше учебное заведение. Учащиеся придут, будет хороший хор, будет возможность для любой деятельности и профессионального роста тех учащихся, которые к нам придут, с хорошим педагогическим составом, с хорошей базой, та, которая у нас существует сейчас, администрация города Волгограда помогает нам в приведении нашей учебной базы в хорошее состояние, идет капитальный ремонт наших зданий и фасада также. Внутреннее убранство у нас неплохое, мы имеем свой зал в Свято-Духовом монастыре, в котором у нас проходят ежегодные мероприятия, их очень много проходит. Также мы участвуем в городских мероприятиях. Один из самых проектов значимых – это проект Хорового собора, в котором мы являемся, ну, так скажем, инициаторами проведения вместе с Институтом повышения квалификации города Волгограда. Добивались результатов. У нас проходил уже собор
детских голосов, в которых принимало участие более 1000 голосов. Это было смешанное звучание голосов. И также мы собирали мужской собор, где были только мальчики. И этот собор у нас был около 500 мальчиков. Вот сейчас есть проект проведения девичьего хорового собора, который будет посвящен Покрову. И в этом году мы его планируем провести осенью. Так что все интересующиеся, заходите на сайт наш, а наш сайт Царицынского православного колледжа cpkvolgograd.ru. У нас такой сайт есть, на который также еще сайт, который университетский, можете им пользоваться. И вся информация, которую там берите во внимание, приезжайте, мы вас очень ждем. Когда здесь учатся ребята, я думаю, что они попадают в настоящую семью, хотя нагрузка не маленькая. Для того, чтобы стать специалистом, она необходима. Нужно очень много трудиться, у нас очень много практики. Мы участвуем в богослужениях ежедневных в нашем храме, храм Святой Троицы, Свято-Духового монастыря. Поэтому скучно вам никому не будет. Приезжайте, посмотрите, вливайтесь в нашу семью, мы будем очень рады. 917-331-41-14. Колоскова Инна Викторовна. Зав. Учебной частью. Можете обращаться к ней, вся информация дойдет и до меня тоже. Мы примем к сведению все ваши обращения и постараемся ответить на все ваши интересующие вопросы. Спасибо вам большое за внимание. Храни вас Господь. Дай Бог всем здоровья. Ангелы-хранители. С Богом. Концертном исполнении этого произведения. А хотя оно задумано как концерт.